Hello, please subscribe and click the bell. Сегодня мы будем примерять колготки. Вот такие вот желтые. Они хорошо тянутся. Они не сильно прозрачные, но и не сильно теплые. На лето или, может быть, на весну осень. Также у меня есть фиолетовые, они тоже хорошо тянутся, сделаны все из одного материала. У них есть резинка. Вот такие вот колготки. Также у нас есть бирюзовые. Они, кажется, короткими, но не растянутся. На мне уже красные колготки. Мне они нравятся, они подходят под мой топ. Вот так вот они смотрятся. Такие вот красные колготки. Мне их не слишком жарко. Они приятные очень к телу. Сейчас мы примерим бирюзовые колготки. Я уже примерила такие вот бирюзовые колготки. Мне не очень нравится их цвет, но я думаю, если их надеть с... Если их надеть с какой-нибудь юбкой, шортами или, может быть, кожаной курткой, то, в принципе, будет неплохо. Они из приятного материала, также хорошо тянутся, в них я себя чувствую комфортно. Такие вот колготки. Ну, теперь мы примерим следующие. Будут такие вот фиолетовые, из того же материала, но другого цвета. Я уже примерила третью пару. Они фиолетового цвета, такие же по плотности. Тоже хорошо тянутся. Вот, я беру фиолетовый цвет. Они мне нравятся. Такие вот. Они удобные. Они полупрозрачные, не слишком теплые, но и у них D80. Попробую.
сейчас мы примерим последнюю пару. Такие желтые. Вот такие колготки. Я не очень люблю желтый цвет. Он слишком яркий для меня. Но я думаю, их можно будет надеть на какую-то вечеринку, может быть, с куртками или шортами. Или носить под джинсы весной, чтобы не было слишком холодно. Точно такие же колготки другого цвета, они тоже хорошо тянутся. Я думаю, если будет девушка выше меня, она тоже сможет их спокойно примерить. Вот. Примерила последнюю пару. Это желтые колготки. Я думаю, их можно надевать на весну. Солнце светит, цвет желтый, все совпадает. Вот. Но я, опять же, не очень люблю яркие сильные цвета, не очень люблю желтый, но они, думаю, могут подойти для теплого времени года.
Bye-bye.